Здравствуйте, дорогие мои садоводы и огородники, подписчики канала «Дача без проблем». С вами я, Бабин Иван Васильевич, агроном-садовод. И я хочу несколько минут поговорить с вами о садовой землянике, или, как все мы ее называем, клубникой. Я уверен, что нет человека, который бы не любил эти вкусные, ароматные, сочные ягоды. Но, к сожалению, бывает часто так, что, собрав урожай, наевшись в волю, насытив свой организм полезными витаминами, заморозив, переработав ягоды, забывают о землянике практически до следующего года, что абсолютно неправильно. И я хочу напомнить всем садоводам, особенно эта информация будет полезна начинающим, которые недавно присоединились к большому отряду садоводов-любителей и посадили у себя, может быть, первый раз в этом году землянику. И что вот с ней делать дальше после сбора урожая? Если у вас земляника растет года 3-4, то наверняка на листьях накопились различные болезни. Как правило, это бурая, коричневая, белая пятнистость. И такие листья лучше срезать. Если у вас приличная плантация, то это можно сделать газонокосилкой, отрегулировав так высоту среза, чтобы оставались черешки от листьев, от почвы, где-то сантиметра 4-5. Ну, а если небольшие грядочки, то это проще всего сделать большим острым ножом. Одной рукой вы собираете листья в пучок и вот так ножом срезаете. Срезанные листья оставлять на месте на грядках нельзя. Их можно сложить в компостную кучу при условии, что вы правильно будете готовить компост в течение 2-3 лет. Регулярно поливать, добавлять живые эффективные микроорганизмы Байкала-М или Востока-М, чтобы все там перегнило, разложилось, и от этих болезней не останется никакого следа. Этот компост смело потом можно вносить на участок, под овощи, под ту же землянику, под деревья и кусты. Или можно сжечь, или там закопать где-то на участке в почву, перегниет, и от них ничего не останется. После этого нужно внести подкормку. Лучше всего использовать для этого перегной или биокомпост. Из расчета. Вот ведро примерно 10-литровое на метр квадратный. Между кустиками равномерно распределили. Кто перегной компост не может вносить, не хочет или нет такой возможности, можно использовать минеральные удобрения. Универсальные или специально предназначенные для ягодных культур. И конкретно прям для земляники. Из расчета примерно 20 граммов на квадратный метр. Лучше всего растворить их в воде, это вот столовая ложка 20 грамм, на 10 литров воды, растворить и вылить этот раствор на метр квадратный под корни. Вот, после этого землю с удобрениями, особенно если вы внесли перегной, перекопать неглубоко, перемешать почвой и хорошо обильно полить. Полить так, чтобы промочить сантиметров 15-20, вот весь корнеобитаемый слой. То есть вы должны сделать все, чтобы создать идеальные условия для отрастания новых, здоровых, мощных листьев. И чем их больше к осени вырастет, тем больше заложится в этих кустах цветоносов, тем лучше эти кусты подготовятся к зиме, перезимуют, и на следующий год, естественно, дадут вам большой урожай. Отблагодарят вас прекрасными ароматными ягодами за ваш труд. Вот не забывайте про эту работу, не откладывайте ее до осени, как некоторые иногда уточняют, в сентябре или в октябре, а вот листья скашивать у земляники сейчас не пора, не просто не пора, а уже нельзя в это время, потому что они не успеют отрасти по новой. Вот. Ну а если у кого земляника молодая, посажена в этом году весной, ну может кто-то осенью посадил, как вот эти грядочки, сажали в сентябре прошлого года. Кусты выросли достаточно мощные, хорошие, но они абсолютно чистые, здесь нет никаких болезней, никаких проблем нет. Поэтому срезать такие листья на таких грядочках нет необходимости. А вот усы, которые сейчас активно после плодоношения расползаются и укореняются, если вам не нужны для размножения дальше, вы не планируете их пересаживать еще, эти сорта, то усы желательно
убрать, обрезать, чтобы они не забирали на себя питание в ущерб основному кусту. Ну, а остальные работы на молодой землянике, те же самые, в принципе, также вносим перегной или минеральное удобрение, обильно поливаем, рыхлим. И, кстати, земляника очень положительно отзывается и на некорневые подкормки, поэтому после того, как молоденькие листья начнут отрастать, чтобы они лучше развивались, лучше в них шел процесс фотосинтеза, их хорошо бы с интервалом 2 недели подкармливать специальным биостимулятором Изобион 10 мл на 10 литров воды. Ну вот я уверен, что если вы эти работы на землянике сейчас проделаете, то она отблагодарит вас в следующем году очень хорошим урожаем вкусных ягод. Ну а я пока на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал «Дача без проблем», задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всем хорошего, будьте здоровы и успехов вам в садоводческих делах.